Всем привет. Если вы хотите бюджетно покушать где-нибудь в Азии, то вот такие вот вам кафе. На заметку, здесь можно покушать вот такую вот курочку с лапшой. Она стоит 30 или 40 бат. И вот такая яишенка стоит 10 бат. Всем привет. Сегодня решили постричься, сходить в парикмахерскую. Я зашел, которая находится в Чунтянбич кондоминиум. Стоит, обошлась стрижка 150 бат. Не так дорого, вообще дешево. 300 рублей. Почти как в России. Постригли меня очень хорошо, сделали выпрямину, такая же почти как у Рональдо. Я показал им фото, они поняли, что меня надо постричь именно так, потому что у них не оказалось типа каталога, и пришлось объяснять так на ломаном английском, ломаном русском и тайском. Как стригут, мне очень понравилось. Кстати, рекомендую туда прийти, постричься, тем более там в этом кондо живут большое количество русских, там есть рядом очень большое количество кафе на ваш вкус, есть также русское кафе Санкт-Петербург, кормят так среднее, ну, мне можно было найти кафе, конечно, и получше. Ну, а там все поблизости, все доступно. Вот, теперь иду смотреть, как стригут Женька. Он пошел в барбершоп какой-то, не помню, как он называется. Сейчас подойду, вижу, сниму вам. А чё вы сидите? Он не видишь, постригли как? А ты чё в панталонах? Записываем немножко. Ну, вот так вот красиво, посмотрите, женёшь.